Вадим Горик в юности серьезно увлекался волейболом. Для него возможность снова выйти на площадку – это огромное счастье. Подача, прием – все как в старые добрые времена. Играть под руководством профессионалов – большая честь для одинцовца. Командная игра вот, – это эмоции, это, ну, это вообще, это все, это жизнь. Мастер-классы по волейболу проходят регулярно. Присоединиться может каждый. Спортивная форма и желание освоить технику игры – больше вам ничего не понадобится. На каждом занятии мастер-классов это, ну, хотя бы немножко обучение базовой техники волейбола, потому что он относится к сложным техническим игровым видам спорта. И без этой базовой техники мяч обрабатывать очень тяжело. На площадке не только любители, но и профессионалы. Олеся Иванова – игрок волейбольной команды «Заречье». Вместе с тренером они проводят мастер-классы, чтобы приобщить к этому виду спорта как можно больше людей. Мы все вошли в азарт уже сначала как-то так очень спокойно, потом уже, если вы снимали, вы все кричали, у всех эмоции, все хотели победить. Ну, конечно, разница в уровне игры есть, но волейбол, мне кажется, это настолько народная игра, что в нее играют все и везде, что без разницы, где в него играть. 8 сентября в Одинцовском парке состоится масштабный фестиваль волейбола. Будут открыты сразу 8 площадок. Свое мастерство покажут как профессионалы, так и любители. А пока еще есть время подготовиться к спортивным баталиям и набрать форму. Мастер-классы проходят по воскресеньям в 12 часов. Мария Шматкова, телекомпания «Одинцова».